Ваше Высокопреосвященство, Ваше Высокопреподобие, Высокопреподобнейшие епистаты и представители монастырей Святой Горы Афон, возлюбленные Господи отцы и братья, Христос воскресе! Сразмиотате, поношилогиотате, поношилогиотате епистаты, ке антипрошу питон Ирон, Лунон, Антиорус, и Филимениен, Кирилл, Патерес, ке адепи. Христос Анести! Христос Анести! Прежде всего возношу благодарение Пречистой Богородице, игумене Святой Горы, за то, что она милостивно сподобила меня посетить вместе с моими спутниками ее земной удел. Катархас анапемпа в Христе спростин панахран до Феотоко, игумене туа ю орус диоти делеус автис, мета тон тимиум мусхинодом аксиофика на епископто топитис гис переболю автис. Я имею приятную возможность засвидетельствовать в вашем лице всем подвязающимся на Афоне любовь и уважение священного синода, епископата, клира, монашествующих, мирян Русской Православной Церкви. Эхо тене в харисте не в кириен эн добросопу имон на диабебеосу пандестус аскуменос эн то агиори патерес ке адельфус диа тен агапи ке то севазмо тис ирас синоду, тис ирархиас ту ироклиру, ту монахикус сомотос ке ту пимнил тис катаросиен ортодокса эклесиас. Святая гора, как место высокого духовного подвига и ее насельников, всегда была особой, желанной целью паломничества для православных мужей всего мира. И свидетельством искренней любви нашего народа к святыне Афона служат чудотворные образы Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, просиявшие на этих берегах и глубоко почитаемые по всей Руси. Во многих храмах и монастырях с благоговением хранятся списки чудотворных икон: Иверская, Скоропослушница, Троеручица, достойно есть Акафистная и чады Русской Церкви в минуту радости или горя возносят перед ними своими молитвами. Ενώ τα τέκνα της Ρωσικής Εκκλησίας δέονται ενώπιον των εικόνων αυτών εις στιγμάς χαράς ή λύπης. Многое можно сказать о тесных исторических связях Руси и Афона. Как к источнику обильной благодати прибегали чада нашей церкви к Святой Горе, чтобы обновить свои силы, взять за образец иноческие правила и уставы, получить назидательный духовный пример для благочестивой жизни. Πολλά δίνονται να υποθούν διά τους ιστορικούς μεταξύ Ρωσίας και Αγιονίμου όρους δεσμούς. Τα τέκνα της Ρωσικής Εκκλησίας προσέτρεχαν εδώ εις την πηγή της άφθονης χάριτος, προκειμένου να ανανεώσουν τις δυνάμεις αυτών, να υιοθετήσουν τους κανόνες του μοναχικού πολιτεύματος και τους εσωτερικούς κανονισμούς των μονών, να ωφεληθούν πνευματικά διά να διάγουν βιο.